Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Jagged Alliance 3 на максимальной сложности в режиме Iron Man. В этой серии пойдем искать клад. Я даже думаю, что вот так сразу можно нажать. А нет, нельзя. Ну, нет так нет. Тогда просто переходим на тактическую карту и спустимся в подвал через дверь. Зараза, я надеялся, что они все вместе появятся. Нет, те, кого я в тот раз не подтащил, они здесь и не появились. Так, тогда крадись аккуратно. Не наступи на мину. Зря столько времени, что ли, лечил вас. Через верх давай поднимемся. Там точно ничего не взорвется. А вот этот участок фиг его знает еще. Сейчас тогда надо будет подвести двух бойцов и всей толпой ломануться. Потому что если дверь была закрыта изнутри, я подозреваю... Это было не просто так. Кто-то там сидит. Ну, в любом случае, если там даже никого не сидит, мы сейчас просто быстро хапнем клад. Заработаем деньжат на этом. И пойдем порт отбивать, чтобы вернуться на островок и спасти все потерянные территории. Хотя, может, не так уж они нам и нужны, эти потерянные территории. Так, лава осталась. Давай тоже. Бегом. Все, погнали. В темноте труднее заметить противников. На любой выстрел, кроме стрельбы в упор, накладываются штрафы за плохую видимость. Но у меня, кстати, нет штрафов за плохую видимость. И противников пока не вижу. Текс. Вон столик какой-то. Тут, надеюсь, все не переминировано. Так, никого нет. Ну давай будем аккуратно это делать. Чтобы потом не было мучительно больно. Коридор контролируем. Заходим. Что-то нашли. А, у нас перегруз по всему. О! Спайнфолл. Все, хапнули? Влезло, что ли? Вроде ничего не умещалось. Как же всю эту срачину поскидывать надо. А какой калибр у него, кстати говоря? 7.62 на 51. Нет, у нас таких патронов. Горит лампа, значит кто-то... Кто-то, значит, тут. Либо недавно был, либо все еще тут. Тихо. Да нет, походу, никого тут нет. Да, никого тут нет. Можно было в прошлой серии еще сюда зашариться. Ну ладно. Нет и нет. Там куча мин на столе, я смотрю.
Не взорвется он опять? Аккуратненько. Бух, нет. Кто-то разбирал, собирал на этом столе противопехотные мины. Ближе к краю стола лежит старинная фотография. На ней группа людей на фоне усадьбы. Тогда еще не пришедшее в запустение. Вы получили улику. Да ну нафиг. Не сюда. Тут клад должен был быть. Тут водятся какие-то любители взрывчатки, но обнаружить их не удалось. Возможно, они выходят по ночам. Ночь? Надо ждать ночь. Найдены улики, 3 штуки. Где-то на территории спрятан клад, который страшит призрак. Кто-то изготавливал мины. Всем привет, Кэрри, ваш надежный источник правдивых новостей. Легион потерпел поражение в Флиттауне. Но это мы захватили давно еще. Город во власти нищеты и беззакония. Время 7 часов вечера. Чё, ждать их до ночи? Ну-ка, Энди, иди сюда. Энди. Вон там как будто целая комната еще. Блин, я надеялся на клад. Я очень надеялся на клад. Подождать ночи. Может, они ночью придут. Найдены улики. Фига с ними делать, с этими уликами. Блин, я и время не хочу мотать, потому что сейчас пока будешь мотать, уже скоро пора платить, а платить уже нечем. Сейчас отвалятся все наемники, придется сидеть своим персом. Еще бы ладно бы, ну, хотя можно отбежать туда до ополчения, хотя там ополченцев тоже с гулькин нос. Сидеть тут на приске, качать просто ополчение, но я думаю, что эти тоже все сильнее и сильнее будут приходить враги. Там мы уже потеряли все. Ну, кстати, боеприпасы можно делать, оказывается, там, где ремонтные мастерские. То мне этот вопрос не давал покоя, как так-то? Их можно вон там сделать. И вот тут я где-то видел тоже мастерскую. Вон мастерская еще. Выманить солдат можно отвлекающими операциями. Но... Такс. Давай покрутим до ночи. 9. Все, эту захватили. Ну и дальше тоже они захватят. Наступила ночь. И? И нифига. Как эту стену не... Взрывчатка ее взорвать? У меня нет взрывчатки. Надо было делать взрывчатку, когда предлагали. Может, они... Сверху там уже бродят где-нибудь. Ой, отстой. Прям вот это просится фигня.
Да ну нафиг, взорвал сам себя. Хотя не, себя не взорвал. Хотя взорвалось под ним, а со здоровьем ничего не случилось. А, кирпичи повыпадали. Что-нибудь видно? На самом деле нифига не видно. Может, нифига там и нет. Отстой! Какой отстой? Еще и гранату потратил. Хотя есть еще граната. Так, посмотрим. Посмотрим. Курточка. Есть курточка. 30% урона. А здесь 30% то же самое. Да, курточка-то есть, но толку с нее немного. Сюда патронов нет. Здесь у нас что? Берета. 9 на 19 нет патронов. Тут тоже 9 на 19 нет патронов. Два. Да нет, вот же. Нормально, есть патроны на самом деле. Почему написано, что нет патронов? А, нет патронов в пистолете. Я думал, что у нас нет патронов. Чего удивился так. Так, значит, меняем. High power 1.18.14. 14, 52 крит. 1.15.20. 14. Давай берету возьмем вместо револьвера. А револьвер разберем на запчасти. Так, и кому-нибудь еще берету дать? Ой, не берету, а глок. Один восемнадцать. Ну, это криты по 52. Хотя криты по 52 это за счет патрона. Ладно, возьмем, проверим. Пусть пока валяется. Все, всеми выходим тогда. Может быть, сейчас мы там наверху кого-то встретим. Я фиг его знает, раз речь про ночь шла в описании. Да. Бегите, это проклятое место. Бегите, пока можете. Мы вышли, он за спиной этого бронойда. Сейчас он взорвется на мине своей. Нет? Так, ну ладно, бароноиды нашли, уже неплохо. Вы получили улику, касающуюся призрака. Где этот фиг делся? А он внутрь, что ли, залез? Вот это вот сейчас... Пойдем внутрь. Походу, он появился, пробежал мимо и спустился вниз. И никто его не задержал. Да, вон он стоит этот. Ready to do stuff. Heading out. Эй, парень, вообще не обращает внимания на нас. Yes? Привидение, слышь, привидение. Уходите, уходите, уходите. Ого, пора отсюда сваливать. Сдохни, призрак. Ну, давай сначала побазарим. Ты неупокойный дух, что ли? Я призрак дворецкого, твоего особняка. Я не могу покинуть это место, потому что умер ужасной смертью, как и все остальные. А что стало с остальными? Умерли. Все умерли, выжил я один. Лучше бы я тоже, так сказать. Погоди, ты живой и мертвый сразу? О, нет. Ты нежить!
Ох, оставьте меня в покое, хулиганы. Получена улика. Это ты ставишь мины. И мне бы это сошло с рук, если бы не всякие хулиганы вроде вас. Нет, за хулиганство меня не судили. Только за допинг. 150 опыта. Твой дом? Я жил и работал здесь 35 лет. 10 лет назад они пришли сюда, убили всех и разграбили дом. Я выжил, потому что ушел за покупками. Когда я вернулся, мне осталось только похоронить тела, починить то, что еще можно починить, и ждать возвращения хозяина. Он так и не пришел. Что за ней? Не знаю, может, это были обычные воры, а может, армия или дезертиры в Гранд-Шаньене. Это одно и то же. Они не вернулись. Но недавно бандиты из легиона повадились тут рыться в поисках клада. И тогда я решил, что они найдут здесь только смерть. А есть клад? Нет. Клада нет. Все ценное вынесли еще много лет назад. Печаль. Это печаль. Ладно, мы устранили всех чужаков. Правда? Но я подумаю, постойте. Вы слышали? Опять они? Они все-таки нашли меня. Призрак или человек, мы знаем, что ты там, выходи, или мы упакуем тебя гранатами. Потрошитель. Потрошитель — это чувачок из деревеньки, стой. Так, ну-ка, давай-ка вот тут. Будем ждать. Чё, дальше надо разговаривать? Мы в ловушке. Они все-таки добрались до меня. Неужели это конец? А это все, что ты можешь сказать? Там тайный ход какой-нибудь, не? И что ты предлагаешь там теперь выйти всех их перестрелять, что ли? Ну пойдем, пойдем. Хоть и нет награды. Но может быть он припрятал что-нибудь. Может он просто не рассказал нам. Так, всем в присед, в скрытность. Погнали. Но я особо не вижу места для высадки, кроме вот как вот здесь. Смысл с вот этой картой, ну как бы все, да. Так вот они идут. Так вот он какой, призрак усадьбы, просто глупый старик, я так и знал. И поэтому пошел сюда только после полкружки самогона. Он бухой. Говори, где клад, и никто не пострадает. Может, он плохо стреляет, если он бухой? Убирайтесь отсюда. Нет никакого клада. Тогда, наверное, мы тебя убьем, а потом заберем все, что найдем. Мы охотники за привидениями. Так, что тут дофига вас? А поговорить, не? Не, поговорить не дали, к сожалению. Сразу в замес кинулись. А, потрошитель — это все-таки тип бойца. Смотрящий. У этого дробовик, у этого мачете. Там УЗИ. Там что, дробовик? И там УЗИ. Так, ну значит, в упор их нельзя просто подпускать. И будет норм. Как бы и рассосаться надо, чтобы под дробь тоже не попасть особо. Бесплатное перемещение. Ну, бесплатное перемещение. Отходим. Ух ты, а там еще один. Ё-моё. А чё вас так много-то? Тоже Сузи, еще один. Не дофига вас на один клад-то пришло?
не попало в упор. Вот овца. Майкл here. Pretty good odds, I think. Всего 4. Офигля. Давай. Вероятность неудачи очень высокая. А чё так? Фигарь гранатой. Вот молодцом. Нормально. Нормально кинул. Так, теперь присядь еще, чтоб тебя... Да даже можешь и прилечь, чтоб тебя так видно не было хорошо. Ты, кстати... А, ты все. Ты тоже все. Тяжелое ранение. Анаболик. У тебя нету бесплатного? Блин. Одно. Ну, давай еще одной гранатой. Вот, молодцом. А что такие крепкие-то? Офигеть просто. Ложись. Но мне придется вот этого... мочить. Хотелось бы мочить какого-нибудь другого, конечно. Давай в торс. Есть, убил. Походу из-за того, что слишком близко, штрафы на снайперку накладываются. Все, наши все походили. Два залегли, трое стоят. Как могли, раскучковались. Ну, двушечка, смешно. Четверо и там один, еще их пятеро. Ох, этот подошел с дробовиком очень близко, конечно, тоже. Да, по двоим валил. Ё-моё, и тут еще два. От вас дофига очень, парни. А он по этому попал, по привидению, да? Этот с ножом. Этот тоже с ножом. Я понял, в чем прикол. Дождь мешается. Блин, 65 и он не сдох еще. В башку не убило. Это ж надо ж. Ну гаси очередью. Да ну нафиг. Что так? Гризли, что так косы-то? Бинтуйся. Так, ну, и гаси ему очередью. Есть. Молодцом. Залег. Так, вот этого бы сбрить. Плохо. Плохо он стоит. Тогда вот этого. Не попал вообще ни разу. МД. I
Тихо, 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 тихо. Я ищу место сначала, куда смотать. Не пойму, защита, не защита, не защита, походу, нифига. Может, и защита. Ладно, беги туда. У него выстрел пятак. Ну, прицельно хотя бы тогда. Шесть всего. Уфло какое там. Ну все, потрачено. Что делать? Сейчас ножом как рубанет. 26. И еще 20. 46. Ни хрена по мне. Прилетело, так прилетело. Блин, это с ножичком еще. 40! И еще 30. Нифига себе. Ё-моё, с этой стороны еще один бежит. Ой, блин. Вот это трандец, так трандец. А отступить уже нельзя? Внутрь туда. Сдернуть. Можно. Пум-пурум. Такс. Я на позиции, с которой я могу отступить. Лава, ты не на позиции, с которой ты можешь отступить. Но ты можешь добежать. Ты можешь добежать. Анаболик. Можешь добежать. Гризли. Можешь добежать. А я не знаю, не уверен, что привидение с нами отступит внутрь. И я думаю, что если его спасти, то он поделится чем-то. Но спасти надо своих бойцов, потому что гризли уже... Этот хрен, если он 70 рубанул, и в башку мы их не сносим. Надо отступить. Я надеюсь, сейчас нет этого тут... Овервотча на вот этом хрене с ножом. А, я сам тут под овервотчем. Не царапины. О, убил. Смотри, как хорошо. Удалось. А тут до этого что-то не пробивались. Ну, у него один фиг, всего трешка. Хотя вот там же был какой-то препарат. Он не у него. Дополнительный ОД. Улавываем. Глянуть. Если сейчас на гризли применить эту фигню, и он станет сразу здоровенький, там к нему идет один с УЗИ. Один с УЗИ. У этого здоровья так себе. В принципе, его тоже можно гасануть в упор. Еще один с ножом. Вон там вдалеке. Хотя он не с ножом. Он с дробовиком. У меня 40 козы всего осталось. Как бы это получше разыграть-то теперь? Не хочется бросать привидения, чтобы его завалили тут. Но и самому не хочется тут проиграть, потому что
сначала начинать. Очень. Не очень. Раз, два, три, четыре. Пятеро врагов. Если гризли сделает шаг, то он не сможет применить препарат. Надо будет отступать. Если мы завалим вот этого, то, в принципе, может будет еще не отступать. Этот Сузи меня, может, и не завалит. А я еще смогу побинтоваться. МД. Вот этой надо сделать шаг. Если ей... Хотя можно... Сблизи хуже она будет стрелять. Выстрелить из нее... Ей выстрелить. А потом, если уж он не сдохнет, тогда всем бежать. Вот так надо сделать. Семеркам, девяткам. Сорок три урон в торс. Давай. Ни хрена себе. Это только тяжелое ранение наступило. А она теперь не убежит. Ничего не получится. Пробуем гризли забрать. Недостаточно. А, она не может передать ему теперь. Ой, блин. Минус. Я упал, отжался. Гризли, тогда бинтуйся. А я забинтоваться не могу. МД. А ты почему не можешь меня забинтовать? Походу, меня так прищучило, что меня и забинтовать теперь нельзя. Давай вот сюда целься, пусть он подходит поближе. Ему по-любому придется подойти с его дробовиком. Ладно, делаем следующий ход. Нифига не вышло схитрить, подлечить этого, подлечить того. Ну, может, они не будут очень точно стрелять. Промазал, отлично. Так, ну этот сейчас должен встрять. Да, встрял. Семеру получил. И еще разок. И еще разок получил 20 уже. Хорошо. 75. Ты издеваешься, что ли? Это что за дробовик? Наш дробовик. Так, я в панике кидаю гранату. Ё-моё! Ё-моё! Не, я, конечно, понимаю, что он был вне укрытия. Вопросов нет. Но... Когда мой стрелял из дробовика, он выносил всего 14, не 75. Сколько у тебя осталось здоровья? Один УЗ, да? Вообще прям. Ну, хоть кровотечения нет. Если сейчас этого убить, то будет жить. Нет, у него есть кровотечение. Так. Мой паникер метнул гранату.
Че он опять паникует? Второй раз уже у него эта паника. А, это режим Берсерк называется. Но он нормально, кстати, метнул-то. Накрыл их. Хотя выстрел из снайперки меня бы, конечно, больше порадовал. Лава. Надо вот этого гасить. Сколько это стоит? 2 ОД. Лечь. О, бесплатно. Можно бесплатно лечь, чтобы он не мешался лаве. Ой, лавочка, давай, пожалуйста, мочи его. Красавица, ты ж красавица моя. Есть. Теперь, МД, бинтуйся, японский бог. Ну, я надеюсь, сейчас бинт ему поможет. С единичкой ОЗ. Кто еще? Анаболик. Дружище, давай ты тоже встанешь и кинешь гранату. Сколько стоит кинуть гранату? 6 из 7. Сколько встать стоит? 1. Вставай, дружище. И кидай гранату туда, в этих уродов. Огонь. Далеко. Очень плохо. Все, все потрачены. Ну, я сейчас надеюсь, что бинт сработает в плюс до того, как будет считаться кровотечение. Интересно, в каком порядке? Хорошо бы, что лечение сначала. Потому что если сейчас кровотечение будет считаться первым, потом применение лечилки, то он сдохнет. И это будет очень неправильно. Потому что он же успел начать бинтоваться. Ладно, нажимаем да выясняем. Так, а там еще у лавы кровотечение. По мне на двушку прилетело. 11 по анаболику. Но анаболик нормально стоит. Че он там, дымы кидает? Ну, дымы в обе стороны действуют. Им тоже сейчас. А что это сейчас было за 13? Урон какой-то. Есть, этот отмотался. У меня тоже там 33. 33 несчастья. Так, вон там вражина. Ты не устал мотаться, гризли? Анаболик, есть еще граната? Нету больше гранаты. А мой в панике все еще. Блин, отстой. Лава, держишься со своей кровотечением? Давай попробуй. А так, может, лишь слегка. Почему? Из-за дыма. Ну, если это так критично тебя задымили, тогда ну нафиг отсюда стрелять. Меняй позицию тогда. Всех уводить не хочу, потому что останусь один, будут агрить по мне. Что тоже нехорошо. Там тяжелое ранение, ранение. Этот целый, но этот далеко. Угу, да, из-за дыма. Ну, давай по следующему. Да вот, он по нему может валить, но я имел в виду не его. А на этого тоже распространяется. Ну фигач туда тогда, что делать. Есть, нормально, прилетело, хорошо. В обратку тоже стрельнул, но не очень. Так, слава. Лава.
Уходи куда-нибудь, куда-нибудь. Так, ну вот уже какое-то укрытие появляется. А там еще один сзади. Да ну нафиг. Киллер. Ты что такое? Не попало. Не попало. А он сейчас будет снайперить, походу, нам. Не пойму, что за винтовка у него. Ну, похоже на дробовичок какой-то, который по 75 сносит. Ой, блин. Ну, крутим дальше, фиг ли делать. Так, этот отмотался, хорошо. На двушечку прилетело, ладно. На единичечку, ладно. А, это через дымы, потому что. Вот, ладно, все. Вот это вот жопа с ручкой. Как бы сейчас... Еще один! Да сколько же их тут? Сам прикол будет, если мне удастся выжить, а потом... А потом из них ничего не выпадет. Так, ну вот, наконец-то я могу снайпернуть. Так, допустим, я снимаю этого. Лава. Снимаешь того. Минус-минус. Анаболик в упор этого. А, кстати, у анаболика снова гранат есть? А, нет. Гризли. Заканчивай перемотку свою. Ну, лава через дерево не попадет. Так, с выстрел. Этих троих как будто да. Как будто есть все шансы. Там еще один. С Узи ему еще подойти. И вон там где-то нас обходит еще какая-то козлина. Я все это считаю, потому что, конечно, надо было сразу разбегаться, а не стоять толпой тут лупить, но столько требуется ОДшек на выстрел, что либо мы стреляли бы, либо мы бежали бы. Я надеялся, что мы будем сразу по одному выстрелу снимать, а из-за дождика нифига не так уж не получалось сразу всех снимать. А сейчас уже и разбегаться поздно. Учитывая, что с той стороны подходит, а тут подходит. Нужно уже гасить. Тут бежать-то особо некуда, чтобы нас не крыли. Если туда побежишь, там встретим чела с дробовиком. Если сюда побежишь, этот нас будет лупить. Фигово мы тут стреляли-то очень. Ладно. Да, я могу попробовать того. Восемь. Давай в торс лучше. 33. Убил? Убил. Отлично. Лава. Кого ты можешь порешить? Вот этого, наверное. Наверное, вот этого. Так, нет, не вот этого. Вот этого давай. Блин, у него патроны кончились. А теперь кого можешь порешить? А теперь никого не можешь порешить. Вот и все мои расчеты пошли прахом. Давай очередью в торс. Попал, но не убил. Еще разок. Недостаточно ОД. Хорош мотать. Шестерка есть. Бесплатное перемещение. Есть еще одна граната. Вероятность неудачи очень высокая. Давай попробуем, потому что одной очередью двоих ты точно не убьешь. Ох ты! Красавчик! Размочил. Одного размочил и второй при смерти. Странно, вот про гранаты всегда пишут, что прям совсем все плохо. Ничего ни разу не видел нормального броска гранаты. Может, они, конечно, у меня такие бойцы, что...
Им не светит нифига. Все, эту сторону очистили. Можем теперь отступать сюда. Только нет ОДшек, чтобы отступать. Мотать лаву надо. Мотай лаву. Чтобы она не кровоточила. В принципе, все, больше ничего не... А, ну как ничего не сделать? Хотя бы можно присесть. И прилечь даже можно. Анаболик. Тоже ложись, Фили, стоять. Погнали в следующий ход. Плюс 20 ОЗ, отлично. Так, сейчас он по мне будет гасить. Нет, по анаболику не попал, удачно лег, хорошо. Двое отсюда даже, на самом деле, не один. Вон даже как. Так, два там и один тут крадется где там. Но если мы сейчас вот это возбреем, мы можем вот сюда куда-то отходить, в эту сторону. И потихоньку их отрабатывать. Этот при смерти уже, гаденыш. Анаболик, ты на ту позицию уже пристрелен уже. Давай, мочи его нафиг. Короткой очередью. Меткость прицеливания. В темноте. Минус укрытие, минус темнота, минус за очередь. Стреляй. Молодцом. Боевой дух повысился и теперь характеризуется как низкий за хорошее убийство. То есть нас сначала так прижали, что у нас боевой дух вообще был ниже плинтуса. Лава отмоталась. Кстати говоря, целиком и полностью. И МД тоже. Отходите, ребята, отходите. Так, уходи в укрытие. Есть. Лава, ты можешь подальше уйти в укрытие даже. Бегом. Молодцом. И залегла там даже. Вообще молодец. Так, я тоже могу уйти в укрытие. Могу выстрелить отсюда, но лучше я уйду в укрытие, потому что не видно, где здесь гад крадется. Да какой, блин, обыск? Отойти дайте. А это не укрытие, и это не укрытие. Ну вот эта фигня, вот укрытие. Бегом. Все, сел. Да даже и лягу, манал я. Лава легла. МД ждет. Гризли, надо прикрывать вот этот фланг. Как бы. Ложись. Все, когда этот гад выйдет, мы его встречаем тут и анаболик. Туда мы снайперами отработаем. Вот здесь где-то надо. А, анаболик все, отстрелялся уже. Он ничего не может делать. Знаешь что, МД, а ложись-ка ты тоже. Ну нафиг. Все, все спрятались. Бегут, бегут. Сейчас я надеюсь снайперами их поснимать. Вальнем кретинов. Правильно, лава. Вальнем кретинов, тем более, что уже на линию огня. Блин. А что у него там? Препятствия. Главное, в пах можно, в ноги можно, в руки можно. А ты сможешь попасть в пах? Нет, не сможешь. Очень жаль. Буду в торс лупить. Попадание есть. Обратка прилетела, но мимо. МД. Давай, не боись. По ногам. Не попал. Ладно. Лежи, не рыпайся. Анаболика надо передвинуть куда-то.
Так, здесь мы... Контроль. Там лестница, что он, конечно, сюда может подняться, эта зараза. Тогда будет проблематично. Анаболик, анаболик. Туда что у тебя? Давай, ладно, ближе в траву. Ползи. Глубже. Не ближе, а глубже. Торс. Все мешается. А туда? Туда тоже все мешается. Ну давай, ладно, очередь дадим. Может, повезет. Нет, не повезет. Нет, так нет. Погнали дальше. Ну, им еще приблизиться надо, да. Опа. Четверочка. Четверочка, ладно. Я, наверное, сейчас смогу добить кого-нибудь из них. Нет. А вот этого смогу. Отлично. А вот этого сейчас, может, лава сможет добить. Давай, в голову тоже. Максимально. Максимально мимо. Огонь. Тоже нифига, ни подавление, ничего не работает. Should be working out. Заканчивается патрон уже, к сожалению. Мимо. Мимо. Гризли там стережет. По-прежнему походим. Он еще ближе подходит. Ну, по 4 это ладно. А это мы все терпим. Без проблем. Мимо. Это я не попал, нифига. Она вообще уже не видит. Слушай, ну сейчас-то уже совсем-то близко. Давай. Вот, есть попадание. У него тяжелое ранение уже. Мимо. Есть попадание. Убил. Так, ну вот, боевой дух теперь стабильный. Минуса мы не ловим. И остался примерно один противник. Где-то вот с этой стороны. Ждем его отсюда. Ой, ну и сложная же. Сложная же миссия. И главное, что придется всех лечить очень долго теперь. А денег-то не прибавилось пока что. Если только Дворецкий не позолотит ручку. Погнали. Так, МД, двигайся. Лава. Бегом. Я сюда. Ну, проворность получил плюс один. Даже ползком поползал. А, хотя нет, нормально, еще патрон на самом деле оказался. Я думал, совсем последние. Я
Есть, вот он. Если у него дробовик, то ему надо будет очень близко подойти. А он вышел на очень открытое место. Значок снайпера меня напрягает. Не, ну похоже на дробовик это все равно. Лава. Давай в балду ему. Не смогла. Присяду, чтобы лучше видеть его. Есть. Снял? Снял. Ой, блин, победили. Ёкаламане. Куда этот пошел, гад? Ловите, поговорите с ним кто-нибудь. О, мина. Стой, морда. Стой, говорю. Вот и все, они ушли. Совсем. Ваши методы определенно эффективнее моих. Может быть, благодаря вам эти бандиты перестанут тревожить старика. Держите, мне больше не понадобится. Гранаты, гранаты, запчасти и красный провод. Плюс 500 опыта. Так, а что за клад-то все-таки? Я не могу отдавать чужое. Нет, то должен. Ты должен. Ну, в общем, в особняке припрятаны деньги, но они принадлежат мистеру Дичу. А пока стоит шанс, что он жив, я скорее умру, чем придам его доверие. Он до сих пор не вернулся за деньгами. Боюсь, что он попал в беду. Прошу, помогите найти его. Он вас наградит. Он очень щедрый. Блин. Да. Он был директором какой-то крупной иностранной корпорации. Вроде бы что-то связанное с добычей полезных ископаемых. По-моему, он ненавидел работу. Его не было дома, когда началась война. Возможно, это и к лучшему. Прошло 10 лет. Хотя бы найти его могилу. Чем займешься дальше? Попробуй тут все отремонтировать. Надеюсь, что хозяин когда-нибудь вернется. Уверен, что вы еще его увидите. До встречи, и пусть прошлое остается в прошлом. Эх. Эх. Я так надеялся на этот клад. А теперь... Теперь фиг там. Так, ну вот кое-что повыпадало из бандюганов. Давай, Набойка, ты поздоровее будешь. Если наступишь на мину, чтобы... Чтобы не сильно калечиться. Так, вон с той стороны обойди. Значит, все-таки клад есть. Дробовик. Дробовик не влазит. Разберем запчасти тогда. Это все? И это все? Так, ну из заминированного не трогаем, его нафиг. Да, это все за такую сложную битву. Все, что можно было. В особняке припрятаны деньги. Ну я облазил особняк-то, как бы. Если бы можно было найти, я бы нашел. А мы сейчас выясним это. Если появился квест на мистера Дича. Да. Да, его надо найти где-то. Если мы его найдем, тогда мы получим эти деньги. Но когда это будет, фиг его знает, а нам деньги нужны сейчас. И нам нужно сейчас очень долго-долго лечиться. И там все позахвачено. Походу придется мне отступить, засесть здесь с ополченцами, получать там двушечку с этого прииска, готовить ополченцев, чтобы было 8 штук, чтобы когда за мной придут враги, чтобы ополченцы меня смогли отбить. Вот. Снять со всех бойцов патроны. Снарягу можно не снимать, потому что я опять буду их нанимать. В общем, сидеть тут и просто копить бабки, как только что-нибудь подкопится, двигаться дальше как-то куда-то. Хотя, учитывая, что атака наша прервется,
они успеют отыграть назад все свои территории, так же, как вон там. Ну, ладно. Посмотрим. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока.